Ярко и весело прошел в Ладейном поле отчетный концерт образцовой вокально-хоровой студии «Кроха». Уже много лет этот коллектив радует зрителей. Его руководителями являются Екатерина Амосова и Виолетта Елисеева. По традиции в отчетном концерте приняли участие все возрастные группы «Крохи». Порадовали зрителей не только коллективные номера, но и сольные выступления. Напомним телезрителям, что студия «Кроха» не раз становилась лауреатами конкурсов и фестивалей. И уже в этом году коллектив стал лауреатом второго открытого конкурса фестиваля детского вокального творчества «Волшебный микрофон», который был посвящен году детства, а также лауреатом международного пасхального фестиваля православной казачьей и военно-патриотической песни «Радуйся». Несколько часов детского вокального творчества не оставили равнодушным ни одного зрителя. Особенно тепло зал встречал новые номера юных талантов.